Турнир по боксу памяти заслуженного тренера Валерия Потапова прошел в 12 весовых категориях. Приехали принять участие и почтить память прославленного тренера боксеры со всех уголков Молдовы и Гагаузии. Участники соревнований отметили высокий уровень проведения турнира. Это хорошая возможность показать свои навыки и подготовиться к международным соревнованиям и соревнованиям чемпионата Молдовы, считают спортсмены. Для себя, для тренера, для родителей. Ну, самое главное для себя. И для характера там. Для меня как спортсмена, во первую очередь, турнир это как новый опыт, можно набрать новый рубеж, как бы выиграл бой. Этот турнир, хочу сказать, это очень хороший турнир. Есть и призовые, есть и хорошие ребята. Я думаю, что надо почаще приходить на этот турнир. Очень понравилось. Я хочу поучаствовать на Олимпиаде. И в этом году постараюсь выиграть чемпионаты Европы. Валерий Григорьевич Потапов был хорошим тренером. Он натренировал очень много учеников. Один из его учеников – это мой тренер Дмитрий Бежнуца, который сейчас преподает мне и другим участникам. Чтобы спортсмены помнили о заслуженном тренере Потапове. Спортсмены набираются опыта. С каждым турниром все больше и больше опыта они получают. Начальник управления по делам молодежи и спорта Гагаузии Вячеслав Дорогой считает важным, чтобы традиции спорта сохранялись. Приобрести неоценимый опыт и провести работу над ошибками можно только принимая участие в соревнованиях, отметил глава управления. Чем больше спортсмены участвуют в соревнованиях, в турнирах, это все-таки их мотивирует, это их повышает их спортивное мастерство. И тренера тоже смотрят, видят, над чем работать спортсменам. Поэтому... Естественно, что это и здоровый образ жизни, это и знакомство, это меняет и мировоззрение спортсменов, когда они выезжают в другие города, в другие. Поэтому я считаю, что чем чаще будут проводиться, и не только в памяти кого-то, а и традиционные турниры, то это очень большая, хорошая подготовка для спортсменов. Президент Федерации бокса Гагаузии Дмитрий Чакуста отметил, что с каждым годом бокс в Гагаузии выходит на новый уровень. Данный турнир проводится в память заслуженного тренера Республики Молдова, моего тренера Валерия Горча Потапова, которого были очень много чемпионов Советского Союза, призеров. Маленький город Чадурлунга всегда славился сильным боксом. Если брать нашу Гагаузскую Федерацию бокса Гагаузии, я могу сказать, что у нас в Гагаузии в каждом возрастной категории есть призеры, чемпионы Молдовы, чемпионы, призеры Европы и мира даже. Отрадно это знать, потому что тренеры работают. Кимар муниципия Чадырлунга Анатолий Топал отметил, что в городе созданы все условия, чтобы молодежь могла заниматься спортом. Бокс воспитывает очень хорошие мужские черты, умущие упорные ребят. Это и сила к победе, это и товарищество, сила духа. То есть то, что не хватает, наверное, в наше время нашей молодежи, отвлечь их от компьютеров, от телефонов, приходить в зал, заниматься спортом. У нас в городе 3 работают спортивные школы. В 16-м по счету республиканском турнире памяти заслуженного тренера Республики Молдова Валерия Потапова в муниципии Чадырлунга приняли участие 21 команда. Все победители и призеры были награждены дипломами, медалями, денежными премиями и памятными подарками. Олег Дулогла, Леонид Арфунос, ГРТ. Новости.